Здравствуйте. Помните видео про робота, которое я выкладывал? Вот он нашел свое окончательное применение. Он теперь является держателем джойстиков от Sony PlayStation 4. Вот так они фиксируются. Легко снимаются методом. Здесь стоит резиночка. Так, шлепс. Раз. Все. Сняли, положили. Давайте я поближе поверну. Вот так. То есть стоят, это срезанный на 32-32 трубы держатель трубы полипропиленовой. Обычная канцелярская резинка, потолще такая плотненькая. Здесь есть паз, здесь выступ. Вот там, где паз, мы резинку вставляем, берем зубочистку, плотненько это запихиваем, обламываем в размер. И еще половинку вставляем, обламываем в размер. Все, она теперь сидит туго. И когда мы джойстик ложим, давайте поглядим. Резинку убираю, джойстик ложу, резинку натягиваю. Раз, вот сюда. И цепляю вот за эту часть. Вот и все. Вот такая вот штукенция. Так что, те, кто там ставил минусики, пусть они их себе поставят. Здесь может быть только класс. Если видео было интересным, полезным, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео со своими друзьями. Все, всем спасибо, до свидания.